В суде Нижегородского района сегодня рассматривался вопрос о лишении депутатского мандата Александра Бочкарева. Сам Александр Бочкарев сейчас под арестом по обвинению в коммерческом подкупе. По мнению следственных органов, он торговал депутатскими мандатами местами в городской думе. Но его самого лишить звания депутата хотят не за это. Александр Бочкарев депутат областного законодательного собрания. И будучи депутатом на освобожденной основе, то есть он получал зарплату как депутат, он за бюджетный счет ездил в Крым, где открывал рынок народный, оформленный на его мать, и активно этот рынок рекламировал. Прокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства и потребовала лишить Александра Бочкарева статуса депутата. Вопрос рассмотрели на заседании областного законодательного собрания, и депутаты требования прокуратуры отклонили. Тогда прокуратура обратилась в суд. Считаем незаконным принятым законодательным собранием решение об установлении постановления просто признать его незаконным. Второе, мы считаем незаконным бездействие законодательного собрания, выражающееся в отклонении требований прокурора кратить досрочно депутатских полномочий Бочкарева в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства. В связи с этим мы требуем обязать законодательное собрание принять решение досрочного прекращения полномочий Бочкарева в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Депутат Бочкарев представляет интерес своего округа на протяжении многих лет, имеет огромный, большой электоральный рейтинг у себя на округе, действительно с избирателем работает. Поэтому лишение статуса данного именно конкретного депутата для избирателей было большой ошибкой. Суд решил. В удовлетворении административных исковых требований исполняющего обязанности прокурора Нижегородской области к законодательному собранию Нижегородской области, депутату законодательного собрания Нижегородской области Бочкареву Александру Анатольевичу, возложение обязанности по прекращению полномочий депутата законодательного собрания Нижегородской области Бочкарева отказать в полном объеме. Кстати, что касается рынка «Народный» в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина, то, как мы сообщали, прокуратура требует закрыть этот рынок до 31 марта за ряд нарушений законодательства.